Молодец. Это все ли? А? Там, кстати, есть еще поход. Через 25 минут. Вообще долго. Большинство склоняются историков, это искаженное слово Кирья Лаботни. То есть сначала Кирья, там Лаботни, залив, слово Кария. А в свою очередь Кария имеет тоже свою нагрузку смысловую. Кария – стадо, в переводе на русский язык. Так что вот теперь существует третье объяснение, почему Карелия получила такое улицу, которая будет называться стадопрогонная или просто прогонная улица. Да, то есть, вот, ну, естественно, по-фински или по-эстонски, но одинаково будет звучать с карельским «карья». Так что объяснение такое, что здесь проживал именно такой народ, который занимался животноводством пас стада. Но есть еще совсем смешное объяснение, которое я нашла в книжке. Вот я вам говорила, что есть книги, которые очень, так сказать, смешно написаны. В каком смысле, что они...
такой солнечный, знаешь, еще и лучик с народом. Направо мы с вами видим там причал, мы там сейчас будем с вами гулять, так что побольше увидим и получше рассмотрим с вами мост. Мы въезжаем с вами в историческую часть города, вот я вам говорила, 1632 год, сейчас повернем с вами направо и так красиво по набережной проедем как бы к самому к причалу, чтобы вот оттуда начать экскурсию. Автобус будет стоять на причале. Вот там мы его с вами оставим. Ну, может быть, вот здесь вот, ну, где-нибудь здесь. Ну, во всяком случае, да, вот здесь вот, наверное, удобнее будет Александру остановиться. А вот это железнодорожный вокзал, бывший. Это тоже был довольно хорошо разработанный горизонт. Его узкие тоннели уходили на 40, на 60 метров, уходили на 90 метров вдоль Белой горы. И накануне зимней войны 1939 года мы стали разрабатывать горизонт. Он находится ниже дна карьера на 15 метров. То есть здесь карьер получается не так же большой. Это торжественный прям туда. Бум! Он тормозит рукой. По шахта ребенчатым сооружением была такая перегородка разделена на две секции. Одна секция была меньших размеров, там двигалась платформа, причем она была закрыта платформа, лифта, там перевозили рабочих. Другая секция больше размера. Давай вместе. Да, давай. Я камеру.
были проложены рельсы, по ним пустые вагонетки, мы проделали два лужа. Когда покончили с этот мостик, мы увидели шахты 6-3 уровня воды, такой же, как в Главном каньоне. Глубина этой шахты примерно 55,5 метра. Таким образом, вагонетные пустые загоняются на платформу и опускаются в вагонетку. Школа, по которой мы сами будем выходить, она была круглая для того, чтобы там могли проходить рабочие, чтобы безопасно. Когда мы проходили безопасно, большая пробка, много человек не останавливается на мостике. Мы поднимаем голову, там очень низкий душ, чтобы не кормить. Вы переходите, я вас подожду на той стороне. Да. Торопитесь, можете посмотреть на стоянке. Пожалуйста. А, нет. А, не слабо. Да, нехило. Так-то знал, что в три погибели придешь.
как водить-то? Пора вылезать.